В Чебоксарском районе Чувашии продолжается строительство этноэкологического комплекса «Ясно». Он станет одной из составляющих масштабного туркластера «Этническая Чувашия». Минкультура республики провело выездное совещание по вопросам реализации этого проекта. Вся древняя Чувашия в одном месте. Такая амбициозная задача стоит перед создателями этноэкологического комплекса. Работы по его строительству были начаты в прошлом году. И уже есть первые результаты. Построены 4 гостевых двора, в них все соответствует древним поселениям чувашского народа. В планах создать целую этническую деревню, где с максимальной точностью будут отражены образ жизни, быт и обычаи чувашей. Планируем заниматься также и сельским хозяйством, производить экологически чистую продукцию, с тем, чтобы кормить туристов и, может быть, производить и на продажу, с тем, чтобы пропагандировать лучшие образцы того, чем питались наши предки. Лечебный центр, где будут воссозданы методы традиционной медицины. Центр творчества, где туристы смогут ознакомиться с культурой и фольклором чувашского народа. Все это появится в комплексе в ближайшие годы. А сейчас в поселении уже завели живность и занимаются производством молока и сыра. Весьма интенсивно идет прокладка инженерных сетей. Сами коммуникации, я думаю, уже будут закончены в этом году. А объекты капитального сооружения, вы тоже видите сегодня, они строятся постепенно, поэтапно. К 2018 году, я думаю, на полную проектную мощность экопоселение должно выйти. Не забывать свои корни, национальную культуру и обычаи. Поделиться историей предков с другими жителями России. По словам авторов проекта, это главная цель создания этноэкологического комплекса. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Расиль Мухаметов, Республика.